Воронежском представили нового председателя областного суда. Две беды воронежского градостроительства – точечная застройка и архитектурный бандитизм. Кто построит пандус для инвалида? Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале. Студия Антон Исаичкин. Здравствуйте. И вначале о международных новостях. В кабине грузовика, который был направлен на людей на Манхэттене, обнаружена записка о том, что это нападение было посвящено Исламскому государству. Днем 31 октября грузовик съехал с проезжей части и помчался по велосипедной дорожке, сбивая пешеходов и велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус. Погибли 8 человек, еще 11 получили травмы. В числе жертв теракта в Нью-Йорке оказалось 5 граждан Аргентины и 1 гражданин Бельгии. Погибшие в теракте аргентинцы приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска из университета. Водителя грузовика ранили полицейские, он задержан и доставлен в больницу. Оставленная им записка была написана по-английски. Установлено, что совершил нападение 29-летний житель Тампы узбекского происхождения Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. В США он живет с 2010 года. Грузовик Home Depot он взял на прокат. По словам очевидцев, водитель грузовика кричал «Аллах Акбар». После столкновения с автобусом он вышел из кабины, достал оружие, и тут в него начали стрелять полицейские. Затем на месте происшествия были обнаружены ружье для пейнтбола и травматический пистолет. Задержанного уже прооперировали, сообщает CNN. До операции полицейские успели с ним поговорить. Что он им сообщил, неизвестно. Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландакен призвал туристическую индустрию отказаться от системы «все включено». По мнению Паландакена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам. Если мы ликвидируем систему «все включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности и ходить по магазинам, сказал эксперт. Согласно его подсчетам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит не менее 570 долларов. Также Паландакен отметил, что отмена системы «все включено» позволит туристам ближе ознакомиться с природой и культурой Турции. Особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются данной системой и видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно. Ранее сообщалось, что правительство Турции намерено реформировать законодательство в сфере туризма, так как действующие сейчас законы не соответствуют современным реалиям. В частности, планируется внести изменения в законы, регулирующие инвестиции и туроператоров. С начала 2017 года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в 9 раз и составил 1 миллион 600 тысяч человек. В этом году продажа путевок на Новый год стартовала рекордно рано. Первые заказы начались в конце мая, да и в целом подскочил спрос на раннее бронирование. Как отметила пиар-директор компании «Тест Тур» Лариса Аханова, если говорить про пляжный туризм, то на первом месте Турция. В среднем путевки сюда зимой в хорошие пятизвездные отели с all-inclusive, с бассейнами с морской водой обойдутся в 615 долларов на человека. А теперь к российским новостям. Президиум правительства Москвы принял постановление об увеличении большинства социальных выплат в 2018 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, экономика города последний период времени набирает обороты. В Москве отмечен рост реальных доходов населения, но это в меньшей степени касается малообеспеченных семей, пенсионеров. Поэтому мы должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат, сказал мэр. По словам мэра Москвы, выплаты на детей в малообеспеченных семьях столицы вырастут в 3-5 раз. Пособие на детей в многодетных семьях вдвое. Большинство остальных выплат также увеличится в 2 и более раз, добавил Собянин. Ранее сообщалось, что размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей до 3 лет вырастет в 5 раз и составит до 10 тысяч рублей. Сейчас выплата составляет 2 тысячи рублей на ребенка до 1,5 лет и 3 тысячи рублей с 1,5 до 3 лет. Также будет увеличен размер ежемесячного пособия одиноким матерям с детьми до 15 тысяч рублей. Кроме того, увеличена компенсация и выплаты для остальных категорий минимум в 2 раза. Минимальная пенсия в Москве вырастет на 21%. Неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 и более, около 1,5 миллиона москвичей, с 1 января ежемесячно будут получать с учетом городской надбавки не менее 17,5 тысяч рублей. Для сравнения, ежемесячное пособие на ребенка в Воронежской области для детей из малообеспеченных семей составляет 257 рублей, а на детей одиноких матерей – 514 рублей. Размер минимальной пенсии в Воронежской области в 2017 году – 8680 рублей.
Вице-премьер России Александр Хлопонин, занимающийся вопросом алкогольной отрасли, получил проверить производителей и продавцов коньяков, бренди и игристых шампанских вин. В преддверии Нового года проверки будут носить массовый и внеплановый характер. Соответствующие распоряжения получили Росалкогольрегулирование, МВД, Роспотребнадзор, Роскачество и Генпрокуратура. Согласно официальным данным, сейчас на рынке порядка 60% поддельной коньячной продукции. Специалисты отмечают рост продажи коньяков и бренды на 12,5%, тогда как производство собственного сырья дистиллята для коньяка сократилось на 7%. Одновременно на 8% уменьшились и его закупки у производителей из-за рубежа. Проведенные специалистами Росалкогольрегулирования проверки показали, что из 99 взятых образцов 40 не соответствуют ГОСТу. В них содержится спирт невиноградного происхождения. Практически на 16% упало и производство шампанских вин. Что касается выпуска игристых вин, то он, наоборот, растет. Но продукт, который продается в бутылке, в которой обычно разливают шампанского и называют, соответственно, по факту шампанским, не является. Отмечается, что сейчас порядка трети шампанских вин, выпускаемых под различными торговыми марками, производится с использованием технологий искусственной газации. Происшествием в регионе. В Ванинском районе полицейские задержали водителя Нивы, который ночью на скорости сбил запросившего помощи водителя большегрузного автомобиля и скрылся с места ДТП. Спустя время другие водители отвезли дальнобойщика с тяжелыми травмами в больницу, откуда и сообщили в полицию. Подробности у нашего корреспондента. 53-летний дальнобойщик, житель Волгоградской области, впервые ехал на Садовский сахарный завод по навигатору, но сбился с пути, поморгал фарами движущемуся автомобилю, вышел на встречу узнать дорогу и получил сильный удар от встречки. Водитель автомобиля Нива либо не заметил его, либо, то есть обстоятельства это сейчас выясняются, то есть он, получается, на скорости врезается в автомобиль Фредлайнер и цепляет водителя самого, то есть и, получается, уезжает, покинул место дорожно-транспортного происшествия. Водитель находился на проезжей части, то есть пока пришел сознание, прошло небольшой промежуток времени, после чего также водители обнаружили проезжающие автомобили, вот, как раньше сказал, их в ночное время очень мало, то есть и привезли его в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были опрошены много водителей. Преступника, 49-летнего жителя Анинского района, нашли по разбитым левому боковому зеркалу и пластиковому тюнингу автомобиля марки «Нива Шевроле». На месте дорожно-транспортного происшествия остались обломки кузова, также осталось левое зеркало, вот, на котором указано было, что это автомобиль Нива Шевролет 2131 серебристого цвета. То есть мы сразу приняли все меры для того, чтобы найти этот автомобиль. По базе данных вычислили все автомобили, которые зарегистрированы на территории Анинского района. И практически сразу приступили к осмотру всех автомобилей. То есть ездили по адресам, созванивались у владельцев. То есть осматривали автомобили, фотографировали на установление личности водителя и автомобиля, который был причастен именно к этому дорожно-транспортному происшествию. Инспектора приехали для осмотра автомобиля, то есть позвонили водителю. Он показал автомобиль и объяснил, что он попал в дорожно-транспортное происшествие на Садовской дороге. Вот. С автомобилем с грузовым. Теперь серебристая Нива «Шевроле» с характерными следами столкновения находится на специализированной стоянке. А в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Региональные новости. 1 ноября первый заместитель Верховного суда Российской Федерации представил нового председателя Воронежского областного суда. Им стал 55-летний Василий Николаевич Тарасов, который ранее занимал аналогичную должность в Саратовской области. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Букет алых роз в рамках протокола – это поздравление коллег с началом работы на новом месте. Председателя Воронежского областного суда представил первый заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Петр Серков. Он охарактеризовал Тарасова как неравнодушного, целеустремленного и принципиального профессионала. Василию Тарасову 50 лет, он кандидат юридических наук, член высшей квалификационной коллегии судей России. Последнее место работы – председатель Саратовского областного суда. Сам Василий Николаевич о подоплеке своего назначения отозвался буднично. Было предложение Верховного суда рассмотреть вопрос возможности участия в конкурсе, и я расценил это как кредит доверия и
принял такое решение. Воронежский регион совершенно новый для Василия Тарасова, но город, по его словам, уже успел ему понравиться. Особенности работы председателя областного суда обрисовал первый заместитель председателя суда Верховного. Что работа председателя Воронежского областного суда, она в незначительной степени отличается от работы председателя Саратовского областного суда. Два основных направления, которые всегда заставляют председателя нервничать, переживать, это сроки рассмотрения дел и качество рассмотрения дел. Он этой работой занимался в Саратове, и у него это получалось. Я думаю, что он будет этим заниматься, в первую очередь заниматься и в Воронеже, и будем надеяться, что у него тоже это получится. Ожидаемый от журналиста вопрос об отношении к родственным связям судейского сообщества с адвокатурой и правоохранительными органами Василия Тарасова не застал врасплох. Конечно, если есть те факторы, которые мешают, так сказать, объективности для правосудия, но это все регулируется законодательно. Есть система, так сказать, институт отводов, самоотводов, есть возможности отмены дел, если осмотрел судья, у которого есть родственник, который, так сказать, принимал участие или мог принимать в процессе. Смена руководителя в крупном регионе – это всегда стресс, так сказал председатель облсуда коллегам в зале. И пообещал найти со всеми общий язык, назвав себя прагматиком. Со своим личным стрессом он, похоже, справился. У меня это четвертый регион. Супруга моя, когда выходила за меня замуж, знала, какую я профессию избрал. Мы семья со студенческой скамьи. И поэтому, ну, для любой женщины, которая, так сказать, привыкла себя считать хранительницей очага, смена очагов является небольшим таким стрессовым, значит, ударом. Ну, она стойко приносит эти тяготы и решения моей профессиональной деятельности. Таким образом, поставлена точка в полуторагодовой истории, когда Воронежский областной суд оставался без руководителя. Напомню, что в мае 2016 года прежний председатель областного суда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов внезапно написали заявление с просьбой о сложении полномочий по собственному желанию. Причиной стала некая информация, которую подготовили сотрудники регионального управления ФСБ и передали Верховный суд Российской Федерации. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. Архитектурный бандитизм продолжает истязать Воронеж точечной застройкой. Очередной эпизод этой саги начал разворачиваться в северном микрорайоне города. Подробности в сюжете наших корреспондентов. ВИЧ точечной застройки терзает современные мегаполисы. Воронеж тому не исключение. Коминтернский район столицы Черноземья самый густонаселенный. В нем рядом с домом по улице Владимира Невского, 48В, в обозримом будущем вырастет очередной магазин депутата Воронежской областной думы Андрея Притыкина. Жители дома возмущены таким решением и жалуются во всевозможные инстанции. Неужели вокруг дома земля должна быть чья-то, но не тех жильцов, которые в нем живут? Как ни странно, придомовая территория, на которой растут деревья и кустарники, не принадлежит владельцам квартир дома. Управляющая компания «Стелл», обслуживающая дом, проинформировала жильцов о том, что участок перед зданием сдан в аренду депутату областной думы от партии «Единая Россия», владельцу торговой сети «Русский аппетит» Андрею Притыкину под строительство нового магазина. Здесь очень опасный участок дороги. Здесь стоят грузовые трейлеры, которые разгружаются в ленте торговый центр московский. Вот. Тут вообще бывает другой раз не пройти. Очень опасно. А если еще этот будет угол застроен, то вообще куда нам идти? Куда выходить со двора? Некуда абсолютно. Что это такое? Мы все против. Границы, вот, которые сейчас есть, они были на момент сдачи дома. Но потом выяснилось, что часть вот этого забора установлена вроде бы как не по границам дома. Ну, то есть управляющая компания никакой информации не дает. Говорит, что эта земля не ваша. Мы сейчас написали жалобы во все ведомства, там, прокуратуру, в областную думу, в городскую думу, в комитет по экологии. Ждем ответ. Но они, в принципе, все говорят, что если документы выданы законно, то строительство будет, вырубка будет произведена. За комментарием мы обратились к эксперту в вопросах развития инфраструктуры отдельных территорий городского округа. Нарушения, те, которые видны, это предполагаемая плотность застройки 100%. Это недопустимо по градостроительным нормам. То есть получается, что земельный участок, который выделен, со слов жителей, будет застроен полностью. Никакой инфраструктуры соответствующей не будет. И поэтому жители будут страдать. Они законно переживают, потому что все машины, которые будут подъезжать к этому магазину планируемому, они будут парковаться на территории жильцов.
это ухудшит их условия. И они вправе, естественно, бороться за это дело, чтобы отстаивать свои права. Заметим, что участок с деревьями уже огорожен строительными кольями, и со дня на день там ожидается строительная бригада. Удастся ли жителям отстоять свои права, покажет время и 41-й канал. Олег Панов, Сергей Артемов, 41-й канал. В России сейчас проживает 13 миллионов инвалидов, или около 9% населения страны. В Воронежской области численность инвалидов составляет более 230 тысяч человек. Это более 10% постоянного населения. Чтобы облегчить им жизнь, в настоящее время в стране реализуется программа «Доступная среда». Она позволяет инвалидам стать полноправными членами общества. В торговых, медицинских, культурных учреждениях, аптеках, банках появляются специальные конструкции, с помощью которых инвалиды, колясочники, могут беспрепятственно передвигаться. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Чтобы инвалид, к примеру, самостоятельно смог приобрести в аптеке лекарства, ему нужно выбраться из дома. И если подъезд многоэтажки не оборудован пандусом, то инвалид по этой причине оказывается в домашнем заточении. Пример тому – получивший трудовое увечье инвалид первой группы Алла Григорьевна Казина. Ее дочь Светлана Юрьевна уже полгода обращается во все инстанции, позвонила и к нам в редакцию с просьбой помочь матери выбраться на улицу. Дело в том, что в доме номер 22 по улице 20-летия Октября, где проживает семья, пандус как раз есть, но воспользоваться им нельзя. Не то что инвалиды-колясочники, даже матери с детьми не могут спустить по нему детские коляски. Угол наклона полозьев очень крутой. Человек может просто вывалиться из кресла. Кроме того, ни одни колеса в эти полозья не входят. Этот пандус сделали явно для галочки, а не для людей. В управлении Ленинского района мне сказали, что необходимо искать спонсоров в этом случае. Но тогда я еще мало что знала. В департаменте мне объяснили, что есть бюджетные программы, что пандусы инвалидам первой группы, тем более, и вообще колясочникам, делаются из бюджетных средств. Светлана Юрьевна писала в правительство Воронежской области, в городскую администрацию, в управу Ленинского района, в управляющую компанию «Стройтехника» и даже в прокуратуру. Значит, в «Стройтехнику» мы когда обратились, сначала предлагали вот такой пандус. Ну вот он сделан на другом доме. Так как я инвалид третьей группы, я просто не подниму инвалида первой группы. Мне нельзя на крутой пандус. Далее еще были приглашены ребята с компании «Пандус Про». Вот они предлагали вот такой пандус, как пологий. То есть по СП-59. «Стройтехника» также приглашала, чтобы посмотреть, во сколько оценят такой пандус. Такой пандус ребята оценили 150 тысяч. За пояснениями в сложившейся ситуации мы обратились к Светлане Кравцовой, члену Общественной палаты Воронежской области. Пандус можно установить за счет средств фонда капитального ремонта при проведении капитального ремонта и за счет средств собственников. Обслуживающая организация, как правило, по просьбе одного из жителей или группы лиц, было бы правильно всем отнестись без исключения, с пониманием к сложившейся ситуации. Как правило, в плате за жилое помещение не предусмотрена обязанность обслуживающей организации строительства или реконструкции каких-то определенных видов, в том числе и пандуса. Но в этом случае необходимо, чтобы, допустим, удовлетворить чаяние определенной категории лиц, сделать не спустя рукава, а как положено по санпинам. Если угол высокий или ступенек очень много, обязательно должны быть плоские площадки, на которые такой человек будет иметь возможность отдохнуть, взявшись за поручень. То есть безопасный спуск. Что же делать нашим гражданам? Решением общего собрания необходимо принимать во внимание условия проживания инвалидов или граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и собранием вводить целевой сбор для того, чтобы сделать нормальный пандус. Светлана Кравцова посоветовала, что наиболее возможным решением стали бы совместные действия управляющей компании и самих жильцов. Для этого нужно часть денежных средств собрать целевым сбором жителям самостоятельно, а часть выделить обслуживающей организации. Тут есть еще один момент. Строительство пандуса, реконструкция пандуса, такого пандуса, о котором вы говорите, жители могут не утвердить решением общего собрания, посчитать
не нужно. Посчитать, что пандус существует в том виде, в каком он есть, и не пожелать тратиться на содержание общедомового имущества. И попробуйте тогда выйти с иском в суд к 100% собственников, за исключением семьи инвалида. То есть мы сталкиваемся исключительно в данном случае с нестыковкой в законодательстве и человеческим фактором. Свежий воздух Алле Григорьевне прописали врачи. У бабушки сердечная недостаточность, сахарный диабет, аритмия. Будем надеяться, что все, от кого зависит решение проблемы, не пройдут мимо чужой беды. Ведь каждый из нас не застрахован от любого несчастья. Вместе со Светланой Юрьевной мы обращаемся к ее соседям по подъезду с просьбой проголосовать за установку пандуса. Уважаемые соседи по дому 22, по улице 20 лет октября, обращаюсь к вам с просьбой прийти на собрание 14 ноября и согласовать наши действия по установке пандуса. Мы просим вас, чтобы вы активно поучаствовали в этом важном вопросе. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. Грандиозный суперприз. Мебель от Юнион на 1 миллион рублей и юбилейные скидки. Сеть мебельных салонов Юнион 25 лет на мебельном рынке России. А теперь о погоде в Воронеже и области. 2 ноября христиане отмечают память святого великомученика Артемия Антиохийского. Артемия почитают своим покровителем военачальники и атаманы. Считалось, что молитва в Артемиев день может избавить воинов от нелепой смерти. Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Волчий корень ему покорен, волчье лыко – его улыбка. Так говорили о родившемся на Артемии. С этого дня к деревням начинали приближаться волки. По их поведению судили о будущем. Если волки выли на Артемия, это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, это сулило голод. По приметам, если на Артемия с утра иней покрывает деревья, в следующем году будет плохой урожай. По прогнозам же синоптиков, 2 ноября на всей территории Воронежской области ожидается дождливая, ненастная погода. В Богучаре, Россоши и Острогожске воздух прогреется до 5 градусов тепла и пройдет небольшой дождь. В Павловске такая же температура, но здесь ожидается дождь со снегом, плюс 4 по Цельсию, и небольшой дождь по прогнозам будет в Боброве, Лисках и Хохле. Такая же погода и 3 градуса тепла ожидается в Рамоне и Нижнедевицке, плюс 3 градуса и дождь со снегом в Семилуках и Бутурлиновке. В Борисоглебске также дождь со снегом и 2 градуса тепла. В Воронеже 2 ноября синоптики обещают дождь со снегом 3 градуса выше нуля, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00, ровно в полдень, в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41 канала.